Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует Сид, и сегодня на канале у нас появится новая рубрика «Игры из глубин Стима». И на обзор в эту рубрику сегодня у нас попадает Mortal Online 2. Как пишет описание этой игры, это сиквел первой части, естественно, в котором нам надо будет выбрать свой собственный путь, а затем отправиться исследовать огромный открытый мир. Игра находится в раннем доступе. Еще она, как говорится, развивается. Также нам говорят, что она не похожа на другие ММО. Здесь игрок может в любой момент напасть на другого игрока и забрать абсолютно все, что у него есть. То есть мы встречаем игрока, получаем от него пилюлек и вечно голожопиками будем бегать. Я так понимаю. В моем случае это однозначно. И что пишут, что первый континент, на котором попадут игроки, называется Мирланд. И представляет собой кипящий котер различных биомов. Начиная от холодных снежных гор и заканчивая большими открытыми песчаными полями. Ну что ж, давайте томить не буду. Это такое кратенькое описание. И мы начинаем. Создавать персонажа. И у нас почему-то нет в игре звука. Но я думаю, он скоро появится. Так, давайте тут что у нас? Трын-трын-тын, мужской пол. Ну-ка. Угу. А давайте тёлочку сделаем. Только как тут делать тёлочку-то? Как волосы-то? Как это родословное? Атрибуты, внешний вид. Волосы. Ну, мы давайте. Ну, так, наверное, да. Прическу, конечно, мы сделаем. Хорош, да? Прям четко, да? Сразу на главный экран. А почему бы и нет? Мне уже это нравится. Где звук-то? Или здесь так нельзя, так внешний вид. Подождите. Давайте все-таки женский выберем. Ну, давайте вот так. Ну, 60%, да. 61%. Ну, вот причесочку вот такую, наверное. Давайте какую-нибудь черненькую, да. Это вроде показано черное, зеленый. Наверное, я что-то не понимаю. Ну и цвета, хотя. Так, это все нормально. Сила. Так, 100 очков атрибутов нам дается. Возраст. Давайте лет, наверное, 28. Так, ну сила в 30-ку вкачаем. Ловкость. Тут вообще в целом-то. Сейчас везде 30-ку вкачаем. Пусть будет умная. Психика устойчивая. Так, рост. А что рост нам дает? Рост 192. Ну, это много. Ну, давай. 180. Нормально. Ну и что, мы в ловкость тогда? Давайте в силу. И в интеллект. Хотя телосложение давайте тоже 40. Не знаю, что это дает нам. Вот так сделаем. Так, внешний вид, атрибуты мы сделали. Родословное. Ну и все, завершить. Вот сюда сид введем. Айнем тушу, твист, что это такое. Глупкин. Ладно, давайте. Все.
Так, ну ладно, все, создали персонажа, еле-еле имя ему придумали. И теперь давайте начинать. Входим в убежище. В Стиме, кстати, написано, что нету русского языка, но здесь частично он уже появился. Ну, это естественно, будут его добавлять потихоньку. Нашли ошибку, сообщите об этом через игровое меню. Как бы в вашей игре звука нет. Но это, наверное, так и должно быть. Ага, слышу звук. Так, что тут? Ну вот, новый чудный мир. Оптимизация, конечно, мое почтение. Ее как бы и нет. Так, чё ты мне расскажешь? Так, это они. Жрецы воскресят тебя, если ты умрёшь. Также можно установить домашнего жреца. О, ну слушайте, музыка хоть появилась. Звуки хоть какие-то. Ну а чё мне делать-то? Начальная локация, ну-ка. Или все, типа меня сюда выпнули и иди куда хочешь. Какой-то луч. Ладно. Давайте смотреть. Это заклинание. Так, вот у меня есть оружие. Это какое-то заклинание. Давайте сюда поставим. 2, 3. Ну-ка, 2. Ну-ка, так. Ага. Вот она, карта. Навыки. Какие-то собачки. Так, а как меч-то вытащить? Угу. Ясно. Ясно, что ничего не понятно. Опа, все. Меч у нас есть. Ну, пошлите искать. Здорово. Так, ладно, пойдемте, наверное, мы посмотрим туда, за город. Мы голожопики, если что. В обносках, и нам надо найти хоть какие-нибудь шмотки. Вообще надо денег, наверное, заработать. Тут, вот мы сейчас нашли какой-то розы, да, розы нашли. Их, наверное, можно продать. Есть у нас карта, статистика есть, титулы, таланты. Ну, понятно. Суи. Плохое слово. А это что, интересно, такое? Так, ладно, пойдемте. Сначала пройдемся. Может, кого найдем? Так, вот вижу мясо, да? Не, ну выглядит-то прикольно игра. Красиво. О, хряк. Погуляем по этому миру, посмотрим. Может, врагов найдем, игроков найдем. Нас, может, кто прирежет. Заберет наши 60 роз. Вон олени, смотрите, бегают. Лепота, красота.
Конечно, надо было этот игрока кидать, чтобы хоть какой-то квест дали. То вот, смотри. Сходи, основам научись, а не так, что выкинули тебе мир и делай, что хочешь, что и делаешь. Ну, это, в принципе, наверное, это. Все так выживалки. Я просто не любитель выживалок, ну, в целом, которые я примерно пробовал, щупывал, там хоть как-то что-то объяснялось. А здесь ты просто... Да просто нифига не делаешь. Идешь и все. Что тут делать? Где тут задание? Вот это меню. Навыки. О, кабанчик. Он, походу, злой. Иди сюда. Где он есть? Фига он бегает. Давай. Сейчас мы его прирежем. Его пока догонишь, но... Сколько у него жизни-то, интересно. Ну все, нет кабана, да? А вон он бежит. Раненый. Думает, убежит от меня, но нет. Да ты издеваешься. Я об тебя меч сейчас весь потуплю. Сука, в текстуры ушел. Ладно. Охота на кабана с этим. Ну давайте вот эти менюшки посмотрим. Это инвентарь. Это тоже не то. Социал, это вот что у нас тут. Это навыки какие-то. Это питомцы. Это непонятная кнопка. В общем, пока. Опа. Сука, какой быстрый, а. А ты умрешь сегодня или нет? Сколько у тебя жизни-то? Застрял. Сука, уйдет. Это видео будет о том, как я 30 минут буду бегать за кабаном. И при том, что я его не убью. О, арбуз. Нельзя его? А, тут можно смотреть. Да. Кабанчик. Вон он бежит. Вижу его. Но он уже, по-моему, помедленнее стал бежать. Если это, конечно, тот кабанчик. Это другое. Нет, это тот. Вот он. Ты бежишь, да? Еле-еле. Как жизни-то у тебя узнать? Эй, кабан, жди. Я тебя прям... Кабан, давай быстрее, а. Сука, неубиваемый кабан. Не, ну я не выживу в этом мире, если тут даже кабана-то завалить не могу. Что говорить о игроках? Ну-ка, да... Булаву мне дай. А, это факел. Найти, но... Ух
Сколько он бессмертный, походу. Устар Найлс, да вы посмотрите, вот, если я правильно понимаю, то это вон у него хпшки сверху. И я даже половину у него хп еще не снял. Базара нет. Офигеть, а чё так? Ладно, по-моему, это лучше его убивало. Только она в не попадает, нифига. Не, меч лучше, да. Да ты давай меч бери. Только бан устал. Самое что интересное, зачем я его убиваю? Нафиг мне этот кабан? Продайте, что ли? Так я сейчас, поди, перевес у меня будет. Сука, он с текстуры пропал. Где он есть? Кабанчик. О. Так. Пока его догонишь, вся выносливость упала опять. Тут еще магия есть. Че, издеваешься надо мной? На. Я тебя почти убил. Пока выдохся. Где? Замучил он с текстуры пропадать. Или это в траве он так ныкается? Надо лук покупать. С луком бы я его уже убил. В глаз бы ему выстрелил и все. Сука, я-то не могу подняться. Да ладно, все, минус кабан. Так долго бегали за ним. Кабан-то, сука, умный. Кабан, ты где? А, сука, думал, спрятаешься. Да ну и так нечестно. Я-то не могу прыгать так. Где он? Фига кабаны у нас, да, прилетают. Ну, посмотрите, этот ракет вообще не прыгает. Отстань от камня, лучше запрыгни ты. Да. Скажите, что там мой кабан стоит. Я соскучился? Думал, я тебя отпустил. Извини, но мне нужно мясо. А ты его почти мне достал.
Да ударь ты его уже! Выносливости вообще нету. Меня сегодня спросят, чем занимался, а я скажу, на кабана охотился весь день. Весь день убил на поиске этого кабана. Ты почти умер. Я еще, наверное, меч затупил свой. Ой, смотрите, хорошо ему по хребтине дал. Ты... Кабан, ты уже почти должен уже кровью был давно истечь. Я все бегаю, тебя догоняю. Он еще как шустро бегает, ага. Не то что я ротик. Наконец-то я эту тушку. Так, а ты че? Офигеть, мясо. 89 килограммов. Так, я походу перегружен. А, да, я перегружен. Я 23 килограмма только могу унести. Как интересно разделить. Где? Мясо кабана. Наверное, уже и не найдешь. Я нифига весь в крови. Ладно, я там хоботок или что заполучил. Ну что, мне рюкзак нужен? 23 килограмма, это совсем фигня. Давайте уберем свой меч. Пойдемте продадим свой первый хоботок. В целом можно дерево, да, добывать как-то. Ладно, хватит. 3 получили. Ну, пока не знаю. В общем, надо искать какие-нибудь квесты. Вообще есть здесь квесты или реально просто тут бегаешь, всякой фигней занимаешься. Тогда, ну, такое себе. Хотя любители найдутся такого. Вообще в игре должна быть определенная задача. Смысл. Какой-то такой, хотя бы тоненький стержень. А не просто так идти медитативно куда-то. Искать себе чем заняться. Такое себе. Но красиво выглядит все равно. Там, кстати, еще рубрику сделаю с геймпасса.
И там у нас эта династия вылезла. Тоже в геймпассе сегодня добавили. Вот я ее скину и ее посмотрим. Ну там есть вроде как это. Не знаю, есть там русский язык, но там точно есть эти сюжетные миссии. То есть там цель хоть какая-то есть. Здесь я цели вообще пока не наблюдаю. Ну свиней здесь много. Но мы одного хряка убили, мясо потеряли. Давайте вот в это задание, в здание зайдем. Вообще, в целом-то чат работает, и здесь много игроков. Но мы пока никого не встречали. Это у нас кто? Давайте посмотрим, что у нас... А, тут есть у нас, да? Goodbye. Ну все понятно, здесь есть, только не на русском. Это плохо. Она частично, значит, переведена на русский интерфейс, только так маленько. Ну, игра еще в раннем доступе, так что ей можно. Что здесь еще можно показать? Пойдемте город посмотрим. Может, со стражником можно сразиться. Давайте как раз стражнику нахерачим. Нельзя? Будешь драться? Нет, здесь нельзя стражника ударить. Это, видимо, мирный город. Подождите, если я здесь не могу, может, я тем NPC могу навалять. Ну, мы сразу что посмотрим, что там стража прибежит, не прибежит. Да. Да, наверное, закончим на этом. Такой небольшой. Так, немного посмотрели. Не, нельзя их. Нельзя, только кабанчиков. Ну так, в целом мир-то большой, может, что еще есть? Тут говорят же, где мы находимся, не знаю. А мы, наверное, где-то вот тут находились. Поэтому вот здесь. В общем, вот такая какая игра. Я, конечно, мало вам показал, но суть, надеюсь, вы уловили. В общем, на канале теперь будет выходить, не знаю, как, с какой периодичностью, но точно будет вот рубрика «Игры из глубин Стима» и «Игры с геймпасса». Две таких рубрики веду на канале, ну, типа эксперимента, посмотрим, зайдут, не зайдут людям. И все, у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вот это все делайте, то, что надо. Ну, и увидимся на следующей игре с вами. Всем пока!